Всем привет! Расскажу свой рецепт для завтрака. Что я делаю? На самом деле, такие яблоки я готовлю с вечера, чтобы утром их поесть холодными. Вот холодные мне больше всего нравятся. Значит, яблоки я порезала и удалила сердцевину. Выложила уже на противень сразу. Нам понадобится мед любой. Грецкий орех. Но на самом деле, вы можете любой другой орех использовать, какой любите. И корица. Я для начала присыплю корицей. Далее, вот в каждую ломку я вкладываю по дольке или по две грецкого ореха. Вот таким вот образом, как раз вот помещается. Если большой орешек, можно один положить. Главное, чтобы он хорошо помещался. Вот, смотрите. И сейчас все это дело мы заливаем медом. Так. Заливаю я в основном только саму лунку, где у нас спрятаны орешки. Ну, конечно, можно посыпать сахаром, можно вообще ничего не добавлять. Я люблю все-таки, чтобы был мед. Так, и последний. Эти яблочки мы отправляем в духовку на 200 градусов Цельсия, либо 400 градусов Фаренгейт. Процессе. Итак, наступил следующий день. Вот мои яблочки. Сейчас я их переложу в красивую посудку и можно их подавать кофе.